Идите и доложите об этом мне, чтобы я устроил пиршество для народа. Только придите и доложите об этом мне. Вам понятно? Понятно. Ты великий и могучий правитель, мы исполним твою просьбу и придем к тебе. Стражник! Иди за этими чужеземцами и проследи за ними, когда они найдут то, что искали. Убей их и то, что они искали. Тебе понятно? Понятно, царевна! Я буду следить за волхвами и сделаю так, как ты мне велел. Тогда иди и выполняй. Вам нужно срочно бежать в Египет. Спасайте младенца. А мы можем пойти во дворец и сказать, что мы не нашли вас. Спасайте сына Божьего, мы задержим погоню. Вот такой экспериментальный спектакль у нас получился. Это наш прекрасный актер. Спасибо. Настя Царина, Глеб Волс, Олег, Варя, Маша, Нина, Василиса, Кирилл, Ксения. Лицом к зрителю повернитесь, пожалуйста. Это наш второй эксперимент, первый на большой такой сцене. Поэтому извините за накладки. Мы очень надеемся, что вам понравилось. Давайте все вместе поклонимся.
Bells of in paradise, I hear them ring. A sweet virgin Mary.
сейчас спою последнюю песню, которая называется «Радость моя», и которая буквально вот сейчас должна у нас выйти в группу «Немец» очередным рождественским синглом. И поэтому я прям не могу ее не спеть. Сердце сверкающей пустоты.